вчерашнего дня, да, сегодня продолжаем, у нас идут игры по круговой системе, то есть каждый с каждым играет. И на заключительный день будут соревнования личного характера, то есть личный зачет. Я рад, что наконец-то ВГМХ проводит какие-то масштабные такие мероприятия. Приятно знать, что Академия развивается и ее развивают. Выйти в сетку призеров, победителей, хотя бы там первые три места. Меня привлек отец. Очень с раннего возраста стал мне показывать, что это за вид спорта, давал мне в руки ракетку. Я набивал мяч разными сторонами ракетки, потом об стену набивал мяч. Вот. Потом мы начали играть уже на столе настоящем. И дальше я пошел в секцию настольного тенниса. Когда пришел в ВУЗ, уже стал в команде играть за университет. Личная встреча состоит из 5 партий до ситуации, когда кто-либо из игроков не выиграет 3. Это либо 3-0, либо 3-1, либо 3-2. Матчевая встреча у них состоит из 5 и отдельных игр. То есть 5 человек представляет один коллектив, 5 человек представляет другой коллектив. Они между собой выясняют отношения, кто победил, кто выиграл. И, соответственно, счет может быть либо 5-0, либо 4-1, либо 3-2.